Минус 30. Низкая температура воздуха – хороший повод, чтобы расчистить лед для новой заливки. Из-за постоянных осадков каток никак не может ровно замерзнуть. В новогоднем городке при гостиничном комплексе пока ни души. Разве что можно встретить корреспондентов, которые решили опробовать новую горку. Конечно, здесь еще никого нет. До сегодня и не сезон кататься ни на лыжах, ни на вот на таких плюшках, потому что очень холодно, стынут губы, стынет нос. Если надумаете в холодную погоду сюда приходить, конечно же, тепло одевайтесь. В местном пункте проката тепло, поэтому можно переобуться в лыжные ботинки или коньки, не боясь замерзнуть. Порадуют заводчан и условия аренды спортивного инвентаря. Вообще, инвентарь мы выдаем детям старше 14 лет и, ну, взрослым при предъявлении пропуска работника завода бесплатно. А дети младшего возраста только в присутствии взрослого. Создание снежного городка – это лишь часть плана по развитию территории гостиничного комплекса. В управлении Навеза обещают, что в будущем здесь появится настоящий центр досуга для всего поселка. Сейчас это строится, как можно сказать, с нуля. Мы недавно это все начали. Только в этом году мы проводили молодежный слет группы «Энергопром», на который приезжали представители всех наших заводов, которые входят в группу. И вот там была и разработана эта вся концепция, как и куда мы будем развиваться. В городке будет светло и весело, обещают организаторы. Также для заводской ребятни на каникулах будет организована праздничная программа. В этом году она пройдет в кафе «Улыбка», где в гости к детям придут герои мультфильма «Щенячий патруль».